Так что теперь? Вы знаете, почему мне так нужны были деньги? Я заработаю все, что смогу. Пока я могу заработать, неважно, хорошо это или нет, я сделаю все. Я хочу вырастить свою дочь. Она должна жить здоровой. Тогда почему ты не сказал об этом? Никто не должен был знать, что она со мной. Я не мог рисковать. Ты не сказал, потому что Ии вовсе не твоя дочь. Верно? Кто сказал, что она не моя дочь? У тебя первая группа крови, а у Ии четвертая. И что с того? Да, я ей не родной отец. Но она все равно моя дочь. И она всегда будет ею. Вообще-то и дочь моей сестры. После смерти моих родителей мы с сестрой помогали друг другу. Но ее брак оказался несчастливым. Муж бросил ее. Суд присудил опекунство отцу ребенка. Из-за чего здоровье сестры с каждым днем ухудшалось. Ей было все хуже и хуже, пока... пока она не покончила с собой. Неужели отец Ии бросил ее из-за ее здоровья? Когда мне позвонили из больницы, Ии упала в обморок. Ее отец позвонил мне и попросил денег. И знаете что? Этот урод издевался над Ии. И из головы до ног была вся в синяках и в побоях. Ее госпитализировали, потому что он ударил ее так сильно, что у нее пошла кровь. Кровотечение не могли остановить. Кровь не останавливалась. И поэтому ты забрал у него и... Верно. Я дал ему немного денег. Я забрал ее. Он все равно считал ее обузой. Но я не ожидал, что он будет просить деньги снова и снова. Сказал, что это условие для воспитания Ии. В этом мире... как может быть такой жестокий отец? Теперь я отец Ии. Она не должна чувствовать, что у нее нет ни матери, ни отца. Поэтому я поклялся, что буду защищать ее до конца своих дней. Так вот, почему ты меня бросил. Не совсем. Цзэци, у нас разный социальный статус. Если будем вместе, столкнемся со многими трудностями. Если я буду один, это не страшно. Я постараюсь сделать все, чтобы преодолеть все. Это не проблема. Я хотел быть достойным тебя, но сейчас... у меня есть дочь. И она в таком состоянии. Я не уверен, что смогу нести эту ответственность. Из-за того, что произошло сейчас, позволь мне нести это вместе с тобой. Я не хочу, чтобы ты брала это на себя. Я не хочу вмешиваться в твою беззаботную жизнь. Это же так хорошо, что ты свободна. Я бы не хотел, чтобы ты меняла свои планы на жизнь из-за меня, понимаешь? Кроме того... Но ты мой жизненный план. И то, что ты считаешь счастьем, не означает, что это мое счастье. Как ты можешь принимать за меня решение? Ладно, ладно. Не будем об этом. Мы это уже проходили. Теперь между нами ничего нет. Для меня ты просто важный гость в нашем отеле, ясно? Мисс Сяо. Баянь, ты смеешь говорить, что не любишь мисс Сяо? Почему не смею? Ладно. Если ты такой смелый, тогда достань свой бумажник и покажи ей. Сможешь сделать это?
Осмелишься? Я не думаю, что это необходимо. Я думаю, что это будет не лишним. Дело в том, что ты не решишься на это. Потому что в твоем бумажнике фотография, где вы двое в парке аттракционов. Верно? Как вы узнали? Баянь, неужели так трудно признаться, что ты кого-то любишь? Баянь, ты все еще хранишь нашу фотографию? Ты ведь все еще любишь меня? Цзэци, неужели ты не понимаешь? Мы из разных миров. Я не могу позволить себе тебя. Господин Сяо, госпожа Сяо, это список расходов на лечение ИИ, которые Баянь оплатил за эти годы. Я думаю, вы поймете, прочитав это, почему Баянь так любит деньги. Я верю. Баянь — это человек, которому можно доверять. Директор Ма, вы... Баянь, бегство от своих чувств — это не величие. Это просто вид безответственности. Директор Ма, вы правы. Бегство — это безответственность. И я, и мама Цзэци считаем, что ты можешь себе это позволить. Так решишься взять это на себя? Верно. Между вами большая пропасть. Но, как я уже сказал, я оцениваю в мужчине характер. И хорошо ли он относится к Цзэци. Что касается другого, повторюсь. Меня не волнует социальный статус. Я вижу в тебе чувство ответственности, чувство долга. Ради ребенка твоей сестры и счастья Цзэци ты готов пожертвовать своей любовью. Я вполне одобряю такой моральный облик. Баянь, я задам тебе один вопрос. Можешь ли ты отбросить мысли обо всех проблемах и заслужить настоящую любовь моей дочери? Цзэци, если ты сможешь, прости всю мою самонадеянность. Я...